Вы смотрите обзор товара Вермикомпост, Биогумус, Ваша земля основа, 25 литров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Вермикомпост, Биогумус, Ваша земля основа, продукт жизнедеятельности дождевых червей. Это полностью готовое органическое удобрение, рекомендуется применять в сельскохозяйственном производстве, садоводстве, цветоводстве, лесоводстве для выращивания газонов, декоративных растений, рассады овощных и цветочных культур, на приусадебных участках в качестве органического удобрения, питательного вещества почвы, почвенного кондиционера и как компонент для приготовления почвенных смесей, а также для восстановления загрязненных почв. Содержит полный набор питательных веществ, макро- и микроэлементов, полезной микрофлоры, необходимых для полноценного роста и развития растений. Не токсичен, не содержит вредных примесей, позволяет при прочих условиях получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Вермикомпост представлен в упаковках 4, 10 и 25 литров. Рекомендации по использованию. При приготовлении почвенных смесей рекомендуется для рассады овощей и цветов. Первая часть вермикомпоста смешать с 3-5 частями дерновой земли или торфа. Для цветов в горшках. Первая часть вермикомпоста смешать с 4-5 частями почвы. При посеве в гряды зеленых культур, петрушка, салат, укроп, шпинат и другие. Необходимо на предварительно увлажненную почву равномерно разбросать вермикомпост по поверхности грядки, перемешать с почвой, полить, а затем провести посев семян. На 1 квадратный метр гряды внести 0,5–1,0 кг вермикомпоста. При посадке картофеля под каждый клубень желательно внести 100–200 грамм вермикомпоста. При посадке земляники рекомендуется внести в каждую лунку по 150–200 грамм вермикомпоста. При посадке озимого чеснока внести на 1 квадратный метр грядки 0,5 кг вермикомпоста, перемешать почву на глубину 10 см. При посадке кустарников, крыжовник, смородина и другие. В посадочную яму необходимо внести 1,5 кг вермикомпоста, тщательно перемешать с почвой, полить и высадить кусты. При посадке плодовых деревьев в посадочную яму под каждый саженец, яблони, груши, вишни, сливы и другие. Необходимо внести 2 кг вермикомпоста и перемешать его с почвой. Для подкормки растений в период вегетации рекомендуется один раз в месяц посыпать вермикомпост вокруг стеблей растений или в междурядье из расчета 0,5 кг удобрения на 1 квадратный метр, перемешать с почвой и полить. При подкормке цветов и декоративных растений открытого грунта вермикомпост следует вносить ежемесячно из расчета 150–200 грамм под каждое растение или 0,5 кг на 1 квадратный метр клумбы, газона. При подкормке комнатных цветов вермикомпост вносит под растение один раз в 2 месяца 2–3 столовые ложки. Состав – вермикомпост, биогумус – 100%. Содержание питательных веществ – МГ на 100 грамм, не менее. Азот – 800, калий – 800, фосфор – 900. pH 6,5–8,0. Хранение – хранить в сухом помещении, отдельно от продуктов. Гарантийный срок хранения удобрения – 3 года. Агротехнический срок годности не ограничен, класс опасности – ИВ, малоопасен. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.